Сегодня в Беларуси уступил у силу шерох изменений. У приватности с 1 листопада денежная новый помер бюджета прожиточного минимума. И он снизился и теперь складая 174 рубли 52 копейки. Для працездольного населения крыху больше за 193 рубли. Для пенсионеров и студентов каля 134 и 170 рублей отповедно. Это тлумачить тем, что упали цены на городину и садовину подчас яе массовой нарыхтовки. Одночасово изменился и помер минимальных споживецких бюджетов. С 1 листопада эти выплаты выросли у среднем на 6 рублей. Для працездольного насельства теперь яны складают амаль 375 рублей. Для студентов – каля 280. Эти померы будут денежать до 31 студеня наступного года. Еще одно изменение листопада – повышение померов допомог по догляду дитяти во взросте до 3 годов. Выплата на первое дитя теперь складая каля 260 рублей. Допомога на другое и наступных детей – амаль 300. На дитя инвалида каля 334 рублей. Этот помер выплат будет денежать до 1 лютого 2017 года.